Серебряная крышка. Похоже, от цилиндра в стоке. Дикстра, иди-ка сюда! Есть что-нибудь? Ага, фрагмент бомбы. Капен, спускай в воду из четверки и тащи сюда книгу посетителей. Раз, два. Кстати, ты уверен в Гапене? У него доступ к баням круглые сутки, и он мог подслушать, где ты держишь сокровища. У Гапена много недостатков. Он напыщенный павлин, временами ведет себя как настоящий хер, как бы это ни звучало в его отношении. Но он абсолютно верен. Откуда такая уверенность? Ведьмак должен разбираться в чудовищах, а шпион в людях. Филиппе Эльхарт, ты тоже когда-то доверял. Да. Но я не вытащил ее из коверской тюрьмы в ночь перед казнью. Посмотрим, что тут у нас на дне. Решетка из стока вынута. Значит, сюда и бросили бомбу. Капен, кто был в этом бассейне в день ограбления? Поглядим. Бертольд Хайнц, городской советник. Йозеф Швейк, генерал. И марграф Хенкель. Хенкель? Быть не может. Марграф Хенкель? Это кто? Скорее, кем он был. Старик принимает земляные ванны с самой зимы. Вот уж кого тут не могло быть в день нападения. Он умер? Я и не знал. Ничего удивительного. Достопочтенный марграф склеил ласты в борделе, одетый в кожаные шмотки. Так что семья похорон не афишировала. Но я-то свое дело знаю. Однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами, господин Ройвен. А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет. Он прошел мимо. Иными словами, ты видел не Хенкеля, а кого-то, кто под него сработал. Подумай головой. Тебе же яйца отрезали, а не мозги. А ты, Геральт, займись этим. Ладно. И с чего начинать? Зайди в дом Хенкеля. Это такой запущенный каменный особняк к югу от главного рынка. Ловчила которого мы ищем, мог оставить там какие-нибудь следы. Ну, бегом.